вашему вниманию итальянский бренд премиум-класса, выпускающий женскую одежду, Marta Studio. Итак, это одежда романтического стиля, подчеркивает изгибы красивые женского тела, а также радует своими сочными расцветками, щедро украшена стразами, пайетками, вышивкой. В общем, она бросается в глаза. 46 размер тонковка. Смотрите, да? То есть все в стразах, натуральные ткани. Она яркая, достаточно модная. Вот это все стразы. 44 размер. Премиум класс. Стоит 2200 рублей за единицу. Каждая вещь в индивидуальной упаковке, 44 размер. Я сняла индивидуальные упаковки, чтобы вам было лучше рассмотреть. 44 размер комплект, жакет укороченный и платье. Все с вышивками. Блузон. Так, 42 размер с рукавами. Смотрите, да, то есть это толстовка, на ней вышивка, на ней цветы, у нее ришелье рукава, атласные банты, шелковая блузка 42 размер, жакет 44, тончайшее хб с тончайшим кружевом, на кружеве стразы, воротник в стразах, XS размер 40. Ну, XS, да. Ну, не забывайте, что это одежда итальянская, она может немножко маломерить. Трикотажные брюки, 46 размер. 40 размер блузка с воланами. Атласные банты. 40 размер, кюлоты. Самая простая вещь в этой коллекции – это трикотажные брюки 54 размера из тонкого трикотажа. Куртка джинсовая 44 размер. Ну, это просто, посмотрите, она вся сверкает, она вся блестит. Ткань у нее ХБ, есть подклад. По бокам здесь гипюр. Все стразы, юбка, тонкая вышивка и по подолу идут стразы. Не знаю, видно это на камере или не видно, но мне видно очень хорошо. Итак, блузка с основанием внутри, 42 размер, из шифона. Платье 48, расшитые рукава, волан по низу. И здесь, вот смотрите, брошка, да, то есть брошка с камнями. Сзади замок. 42 размер трикотажные штанишки со стразами. 42 размер футболка. Толстовка, опять же гипюр, опять же стразы, что-то вышитое, атлас. В общем, все в стиле этой марки. Marta Studio, премиальный бренд, шьющий одежду для женщин из Италии. Кстати, здесь везде написано Made in Italy. Юбка со стразами ХБ с шикарным бантом. 40 размер. Платье 42 размер, плечи открыты на бретельках и посередине здесь волан. Итак, это была Marta Studio из Италии. Спасибо!